Привет, дорогие мои друзья, с вами Воблер, и добро пожаловать на канал. Это у нас игра Blackmoor 2, фэнтезийный платформер. Игра свежая, новая, появилась в Play Market, она реально довольно интересная. В нее сейчас будем играть вместе с вами впервые, потому не судите строго, если вы уже играли. Хотя, где вы играли, вы ее еще не видели, она вот только-только вышла. И поиграем вместе, будем вместе разбираться. Походу здесь есть разные персонажи, за которых мы можем играть. Даже вот какие-то чужие, есть различные скины. Правда, мне кажется, вот этот черный скин больше нравится мне даже, чем то, что есть. Есть какие-то монеты, которые мы сможем зарабатывать. Ясен пень, что есть здесь донат. Вроде бы даже есть мультиплеер. Может, берем первого персонажа, нажимаем Let's go, поехали. Тут у нас чародей, вот это я, такой, наверное, крутой лучник, это моя собачка, приходит какой-то чувак, такой говорит, всем привет, я снимаю шляпу, собака начала лаять, она что-то учуяла, и тут, какой-то череп вообще взял и завалил нашего учителя-спринтера, и это мы, ребята, я уже настроил здесь кнопочки, играю на эмуляторе, то есть на ПК, видите, вот это все, ну что, давай посмотрим, что мы тут будем делать. Какие-то тролли идут, смотри, со всех сторон. Так, мне монеты вообще движутся, даются монеты. А, мы можем лезть. Тут тролль идет. Чё, крутой, я спартанец, я Леонид. Ребята, также вы, если впервые на канале Воблер, не забывайте подписываться, а также ставить лайк. Потому что только ваши лайки могут... А что они могут? Просто могут они поднять настроение мне. Вот все, что могут ваши лайки. Ну а что вы не поднять? Так, первое кольцо есть. Что это такое? Это первый босс? Куда я пришел? Ага, я даже могу урпата прыгать, смотри. Я даже могу так, смотри, ползти так. Ногой пополз. Да не, наверх ползем. Приползи. Вау! Что это такое? Подожди, какой-то... Это босс какой-то. На! Прыжок! Подожди, паучара какой-то, он чем-то метается. Он хочет нас заморозить. На, паучок. Все, бабки собрали. Потому что мы Леонид. Смотрите, какая у нас грудь волосата, мы мужчины. Кстати, он в трусах, в красных труселях. И со щитом, по-любому он спартанец, по-любому он Леонид. Ого, подожди, чем он кидает, стреляет. Ого, давай, так, завалили этого черепа, я уже качнулся до второго уровня, я видел, здесь какой-то магазин есть. Можем даже что-то покупать, что-то прокачивать, все вместе будем разбираться. Ой-ой-ой, кто-то бочки бросает. Так, я еще... да, допрыгнул. Опаньки, допрыгнул, отлично. Я победитель по жизни, я смог допрыгнуть. Это что такое? Я понял. Леонид. Сверху это какой-то гоблин. Я не знаю, что это такое за монстр, но без глаз, это циклоп или непонятно что. Он ходит там. Давай мы сзади на него нападем. На! Все, мы его завалили. В легкую. А что это сверху какая-то штука? А, вот этот. Вот циклоп, ребята. Ох, плохой какой. Иди, плохой циклоп. Ты видишь, что я Леонид? Леонид против циклопа, а он до нас добросить не может. Так. Давайте скриншот это сделаем. Он не один, слушай, если бочки катятся, значит он не один. Я могу наверх прыгнуть. Так. Ё-моё! Да я вроде бы жал прыгать, чё она не прыгалась? Ага, возможно... А, надо было вот так вот. На, вот так вот, циклоп, получай, деньги сюда гони. Слушайте, такое ощущение, что я какой-то гопник. Хожу с мечом. На, все, рублю. А надо было по кольцу тоже ударить, наверное. А мы можем, слушай, вот это стол? Не, мы не можем разбить стол. А мы можем вот эти свечи? О, мы можем за них тоже деньги получаем. Комбо-шомбо, слушай, им подсвечники какие-то. Люстру. Мясо. Мясо-то хорошо. О. Вот черт. Вот ты прыгучий какой-то. На. Вот, я его зарубил. И что? А мы просто едем вниз? На, скелета вырубил. Ого, слушай. О, вот селяне внизу такие приветствуют, говорят. Воблер! Ну, то есть, воблер, я Леонид. Спаси нас! А я говорю, да, несите в компот, и я вас спасу. А что такое? У них... Подожди.
эти монстры напали на их жилье, и видите, все горит. То есть они говорят, нам негде жить, дедуля, бабуля, это внучок. Все, рыцарь пришел к вам. Ух ты, ё-моё! Смотри, хочет убить. Нормально, у него голова крепкая какая была. Слушай, прикрой меня, подруга. Воу! Ого! Слушай, ну ничего себе босс такой. Прыжок, прыжок. Что он сделал, что он сделал? Давай, руби, руби. Ого! Вставай, Леонид. Прыжок, прыжок, давай. Опа, он промазал, промазал. Прыжок! Да, я в обмороке лежу. Нормально, я... Смотрите, я такой угинался, его завалил. Деньги мне, все деньги мне, да. Они говорят, убьешь его, мы тебя наградим, мы тебе дадим много денег. Давай ты будешь моей женой. Пошли. Так, мы уже прошли. Ага. Давай, конечно, рекламу посмотрим. Вот тут гоблины, видите, они... Мы выбрались, мы, походу, в пещере сидели. Ну, как черепашки ниндзя в канализации, а мы где-то внутри были. Это первый левел, да? Давай посмотрим. Первый уровень есть, а, я вот на второй иду. Так, 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 что тут? Enter, шментер. Так, мост. А мы можем дальше пройти? Ага, не могу я пройти, надо здесь. Ну, поехали, будем что? Будем решать все проблемы. Щит, а что со щитом? Меч у меня вообще никакой. Ага. Окей, окей, что окей, окей? Щит, давай, книжка есть. То есть есть какая-то прокачка. Ага, 100 монет мы можем... Прокачу, у нас 586 монет. И что мы можем? Третий левел надо, чтобы что-то на меч, увидите. Ага, чтобы щит все улучшить, надо уровни. Какие уровни? У нас ничего нету. Четвертый, пятый, я понял. То есть просто по мере прохождения мы будем прокачивать нашего персонажа. Что это у нас? Это, наверное, какая-то амуниция. Ого, меч. За 1300. У нас нету сколько денег? Вы о чем вообще говорите? Это ж что за куры? Можно сюда курей садить? Они будут что-то нести? Ладно. Ну тут донат ясно, понятно. Тут все, все ясно. Но пока у нас ничего не надо прокачивать. Пока... Просто идем вперед. Окей. Так, вот они говорят. Воблер! Воблер Леонид! Воблер, черточка, Леонид, спаси нас. Говорю, окей, несите в компот. О, какие! Это что такое было вообще? Это что? Их надо было убивать? Да я на изи. А что это было? А, они что-то как-то упали. Я иду на своем пути. Ого, это что за рыбы вообще? Так, видите, какой у меня меч крутой. Я комбо-шомбо сделал. На, прыжок. О, меня схватили, а что они сделали? За что они меня схватили, что мой персонаж просто был в шоке? Нет, он утонул. Вот, о, у меня даже синяк был под глазом. Давай. Снова они меня хватают. Слушай, они высасывают, они что-то высасывают у меня. Птичка, птичка. Еще дети бегают. Что за сова вообще? Ну хихи, ха-ха, но у меня нету 50% здоровья. Это не совсем хорошо. Так, они как бы легко убиваются, но если ты их не убиваешь, то... То это плохо. Слушай, это что такое? Это что за муха такая Это комар? Или это птица какая-то непонятная? Ну, подходите, я вас уже убью. Птица, иди сюда. Птица. Иди сюда, что там летаешь. А ну, иди сюда. О, так там сверху уже какой-то босс чем-то кидается. На. Птица, деньги гони. Даже у птицы есть карманные деньги. Вот представляете, вы выходите на улицу, у вас нету денег. А у птицы есть. Птица есть, она, видите, в монетке. Я в шоке, я даже не знаю, что это. Кто это такой? Что это за человек, метающий такие вот красные огненные шары? О боже. А, я уже дошел до какого-то уровня. Ну так прыжок ты сделай. Ну убей его, комбо-шомбо. А что это такое? Я уровень апнул. А, я теперь могу прокачать. О, еще кнопочка какая-то добавилась. А, я могу типа мечом вот так делать? Ого. Так мне надо забинтить ее, стопе. Мне надо ее забинтить. На что мы ее забинтим вообще? Если это прыжок, то это давай... Ну пусть будет shift. А ну. Шифтуем.
Там-там-там, иду-иду. Так. Не бойтесь. О, мяч, какой-то крутой босс. И что он такой? Ого, ты посмотри, что он творит. У него меч крутой. Так, а ну иди сюда, меч отдай сюда. Как ты... А, он промазал. Меч давай гони. Гони меч. Ого, ты тоже довольно крутой парнишка. Так. У него, слушай, у него золотой меч был и золотой щит. Может, все-таки золотой щит круче, чем мой? Ё-моё, это что такое за пила? И чё? Типа она может меня запилить? И как-то мне вот посередине надо, да? То есть она может реально меня запилить еще, да? Так. Нормальная пила, слушай. Ого, но она не слабо. Несла мне урон, это кто такие? Ага, это дверь была, слушай. Так. Все, я открыл этот уровень. Блин, я не туда прыгнул. Меня за нос кто-то схватил. Ну, это прыгай, слушай, прыгающая сова. Она просто туда-сюда бегала. Ничего, дурачки. За дверью. О боже, это что за монстр, ребята? Что-то я побаиваюсь туда входить, вот честное слово. На, на. Ого-го-го. Хорошо, хоть с них деньги выпадают. Видели? У него еще язык какой-то розовый был, или какой у него язык. Так. Полезем наверх. Бочка, ну бочка. Я даже не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это кто? Это что за монстр? Уху! Смотри, сколько их здесь выходит. Смотри, прыгающий какой. Надо его заскринить. А что это показано? Сверху что-то показано, что-то... Джамп. Чу-чу-чу-чу. Ладно, давай я его завалю просто. Его можно завалить? Да, можно его завалить, смотри. Так, я должен вниз. Плюс меч, плюс вверх. Так, вниз. Подожди, вниз. Плюс меч, плюс вверх. Вниз, вверх. А! Вниз, вверх надо одновременно? Это что такое надо было сделать? Вниз и прыжок одновременно. А меч там при чем вообще? Меч тут вообще ни при чем. Смотри, как я его легко завалил. Это что, это был босс? А почему он такой слабый? Тук-тук, а ну дверь открой. О, чувствую, сейчас будет... Кто такие? Почему вы сюда пришли, вас никто не звал? Ребята, пахнет боссом. Пахнет боссом. Ой-ой-ой, дракон. Это дракон? Это невидимый дракон? Или это... Это что такое за байда? Невидимая. А, он теперь видимый. Он теперь видимый, да? Так-так, прыгаем. Вот это был босс? Вот это был босс? Вот это босс? А что у него с текстурами дракона? Или он, оно так и должно быть? Так, прыжок. Все, я его завалил. Где дракон? Либо у меня что-то заглючило, потому что было написано, что нужен Android 8+, чтобы играть здесь. Может, у меня... Из-за того, что у меня Android 5.1, оно и лагает так вот. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы других боссов... Подожди, а мы можем даже везде ходить? Прикольная карта. И что мы можем? А ну, сундук сюда. Мы можем как-то бочку взять? Ну, рекламу Так, здесь какой-то поезд. Ребята, ну что, отправляемся в дорогу? Что мы будем здесь делать? Вроде бы как мне что-то открылся меч. Ну, поздравляю, на третьем уровне. А, это будут открываться разные скиллы. Ну, что мы можем качнуть? Кстати, тут есть разные персонажи. Ну. Ну-ну-ну. Мы можем качнуть атаку. Одно хп. Короче, атака есть. Пока побеждаем, смысл вообще что-то прокачивать? Я всегда так говорю. Нет смысла прокачивать, если у нас все хорошо получается. Просто идем вперед и все. Ну. Окей. О, мы на поезде, ребята.
А, ну ты чё? Меня, смотри, какой-то маньяк на меня напал. Чё они меня прижали? Ниндзя, ниндзя, смотри. Ох ты, чё ты сюда припёрся? Прыжок. Они меня назад оттолкнули, а он меня сзади зажал. Блин, я упал под поезд. Честно, я не хотел падать под поезд. Это кто такие вообще прыгают? Ну, у меня уже 50% здоровья. Мне кажется, это плохо. Да чё я падаю? О, у меня хп мало. О! Так, начинаю снова с этой контрольной точки. Так, есть. Сейчас не будем никуда спешить. Сначала убьем этих чуваков. Так. Поезд движется. Давай не спешим никуда. А, меня просто подсовывает. То есть... Он как маньяк, ребята, он сзади напал. Я не знаю, я даже не буду слух говорить, что он сзади делал. Ну, дурачок просто. Снова, смотри, он просто меня объятиями зажимает. Говорит, я тебя как обниму. Да, блин, да что происходит здесь? Ну, это уже все? Я дошел до уровня. Что происходит? Все нападают. Зажимает, вы что творите? Гады. Я хоть дошел до этого уровня. Так, по-моему, я качнулся. Просто здесь как-то перепрыгивать у меня не получается. Так, завалил. А, там еще внизу какая-то сова, что-то их. Они на совах подъезжают, вообще нормальные. Я остановил поезд, иду дальше. Воу! Как это называется? Ну, блин. Которая замораживает. Ё-моё! Это что, нормально? Это реально она? И что она будет делать? С мечом. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, медуза Горгона, точно, думаю, как она... Она меня заморозила, гадская Горгона! Прыжок. А, она меня... Блин, она жестко замораживает. Это она что сделала? Надо сзади ее под жопу бить. Надо перепрыгивать. Поняли? Давай, медуза. Синдара, какая Синдара? Давай сейчас я меч в жопу засуну. Все, блин, а и нечего тут было на меня тут. Язык свой поднимать, голову. Как ты посмела? Синдара. Отсиндарили Синдару мы мечом. Ну, вы поняли. И такие пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Куда нас черти принесли, можно так назвать. Какая-то пещера алмазная. Блин, ну это довольно круто будет. Ну что ж, ребята, мы с вами, в принципе, прошли неплохо. 3 уровня у нас уже есть. Я думаю, что в следующей серии мы продолжим. Знакомство, в принципе, прошло удачно. Игра мне реально нравится. Мы просто движемся вперед, валим всех на своем пути. По дороге прокачиваемся, и игра мне нравится. Я, конечно, не знаю, как там в мультиплеере все происходит, как можно вчетвером играть. Но даже одному здесь есть чем заняться. С вами был Воблер, оставайтесь на канале, и скоро увидимся. Удачи и пока!